Мы находимся на выставке MetaExpert, разговариваем с нашими гостями, спикеры у нас в кадре, в том числе и экспоненты. Родион, расскажите, про что вы будете рассказывать, почему эта тема полезна, может быть, вашей аудитории? Наша компания, в принципе, занимается автоматизацией документооборота в ресторанах и между поставщиками. Сегодня в 12:30 на полчаса я погружу вас в мир документооборота в хорике, расскажу, как максимально быстро и легко в ресторане закрыть все вопросы с госотчетностью, ну и заодно наладить контроль цен. У меня вопрос к Але. Але, расскажите, почему вашей компании нужно пользоваться, почему аудитория, которая здесь пришла, для вас является целевой, а ваш продукт для нее является полезной? Здравствуйте, меня зовут Аля. Мы очень полезны для рестораторов, для заведений, особенно сетей, в плане документооборота. Мы сделаем так, что накладные станут электронными и за 15 секунд попадут в вашей системе учета. Как вам впечатление от самой выставки? Вы, наверное, успели уже прогуляться, посмотреть на экспонентов и на аудиторию, которая здесь бегает и рассматривает. Является ли она для вас целевой? Те ли это люди, которые вы хотели? И, в общем, как уровень экспонентов самих? В целом, выставка потрясающая. Мы были здесь в прошлом и позапрошлом году. Гала-ужин, как всегда, безупречен, очень весело. По целевой аудитории, да, где-то, ну, наверное, половина, конкретно прямо наши клиенты, очень помогают стенды, вот как раз, где происходят лекции, там вот прям наши ребята ходят, прям супер. Спасибо большое, вот такие спикеры на деловой программе, вот такие экспоненты на самой выставке. Не переключайтесь, скоро включение с новыми гостями.